преддверии Международного женского дня по традиции в Самарском театре оперы и балета большой праздник. В год юбилея победы в Великой Отечественной войне особое внимание ветеранам. Губернатор Дмитрий Азаров вручает юбилейные медали. Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Петровна Бердникова, будучи 12-летней девочкой, работала в тылу наравне со взрослыми. Шила теплую одежду для солдат. Признается, вспоминать то время тяжело, но уверена, сохранить историю для будущих поколений необходимо. 75 лет мы живем под мирным небом. Важно помнить наших предков, наших солдат, воинов, которые прошли такой тяжелый путь. И в основном большинство сложили свои головы. Мало кто вернулся и дожил до сегодняшнего дня. Очень важно помнить о них. Заслуженные награды получают также врачи, учителя, работники промышленных предприятий и сельского хозяйства, деятели культуры и искусств, многодетные мамы. Женщина всегда олицетворение семьи, любви, весны, юности, хранительница очага. И, конечно, с особым трепетом мы относимся к женщине, к матери. Благодаря вам развивается экономика. Благодаря вам каждый человек в нашей губернии чувствует заботу и доброту. Благодаря вам преображается наша земля, реализуются проекты по благоустройству дворов, улиц и общественных пространств. И я вас сердечно благодарю за эту работу на благо родного региона. Спасибо вам. Все участницы праздника получили от главы региона приятный подарок. Кадеты вручили всем присутствующим женщинам цветы. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.